Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш YouTube-канал, который ведет Юлия Руфлорида и ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, как мы и обещали в предыдущем видео, мы вам сейчас покажем дом. Также находится в Palm Coast, тот же самый район, где мы снимали дуплексы. Пожалуйста, можете вернуться одно видео назад, да. Посмотрите. Но в конце того видео я вам обещала показать... Ой, посмотри, какая прелесть бежит. Кошечка, кошечка, встречает, привет. Черный котяра. Приветик. Он с нами разговаривает. Ой, как он прям бежал. Ага, бежал у нас приветствовать. Ты меня услышал, да? Ты меня услышал. Ты пришел поприветствовать. Какой он красивый. Да, извините, ребята. Я очень люблю кошек. Я кошатница. Ага. Большая. Он такой хороший. Я еще люблю просит внимание. Да, ласковых котов. Смотри, он нам сейчас не даст снимать. Мы будем вместе вести этот репортаж. Да. Да, ребят, как я обещала. Мы после тех съемок проехали с Юлей на пляж, проехали пообедать, очень проголодались. Да. Ребята, какая здесь природа! О, да. Это просто, это нереально, как красиво. Здесь очень много старых деревьев. Как я говорила в прошлом видео, здесь не разрешают вырубать много леса. Да. Заставляют оставлять как бы, ну, какие-то там... островки, да, и так далее. Но посмотрите, насколько старые деревья здесь, а сосны какие, а какая вода была на пляже. Вы это все посмотрите, Юля сделает вставочку. И мне было очень интересно посмотреть, потому что я знаю цены в Орландо, я знаю цены на побережьях. А до Palm Coast мне как-то, я сюда только отдыхать приезжала. Вот, это недалеко от Орландо, мы всего ехали 1:15. Да. И мне было очень интересно посмотреть дом, который стоит на канале, который со своим бассейном, причем да. В этом доме бассейн с соленой водой, с видом на канал, с выходом на канал. Владельцы паркуют свои лодки, яхты, джетски и так далее, да, то есть что у них есть плавающие. Вот, и можно спокойно выходить в открытое море или просто даже плавать по каналам. Мы еще полетаем здесь на дроне над каналами. А сейчас давайте пройдем, посмотрим. Даже уходить не хочу. Надо чуть-чуть рассказать только о доме. Кошка нас сбивает. Да. Дом был построен в 1999 году. Цена, ребят, 700 тысяч долларов. Ну, конечно, вы скажете, вот Надя там заелась, уже ей это не деньги. Нет, это большие деньги. Да. Но так, чтобы найти дом с бассейном на канале во Флориде в 15 минутах от пляжа, вот мы сейчас ехали как раз-таки 15 минут, да. До миллиона, даже до двух. Да, да, да. Да, даже до двух, это просто нереально. Поэтому мы сейчас вам покажем... такую изюминку, дом за 700 тысяч на канале со своим пирсом, с бассейном. Значит, дом, он не очень большой, 2000 квадратных фит, 3 ванны, 2,5 санузла. А HOA? HOA здесь... Сейчас, секунду, мне кот перебил. Все, нет? Здесь нет HOA. О, здесь много где нет HOA, да? Да. Да, но опять-таки, помните, я говорила в предыдущих видео, что здесь город выступает тоже как бы в качестве ассоциации, это бесплатно, ну, я имею в виду, конечно, вы налог платите за недвижимость, но нет какой-то дополнительной оплаты ежемесячной, но вы не найдете ни одного дома, ни одного участка, который здесь заброшенный, неухоженный, здесь реально люди живут по правилам города, и очень все чистенько, красиво. А смотри, флажки давай покажем. Вот. Охала, ахала, пока мы сюда ехали, да. насколько идеальная природа здесь. И вот, с этой вот стороны. Так, кошечка тут как? Намывается. Кот намывается уже. Да, мы пойдем посмотрим дом. В общем, смотрите, гараж на две машины. Да, кошка не включена. Здесь интересно сделан... да, вот здесь, смотрите. Да, ландскейп сделан. Интересно, опять-таки, все подстрижено, аллигатор. Газон подстрижен. Здесь крокодильчика закопали. Да. Очень красивый входная зона. Подход, да, к дому очень такой прям красивый, аккуратный. Травертинчик такой. Но, друзья, вот где бы мы сегодня тоже не ездили, практически все дома
идеальная. Да. Так, заходим. Дом. Когда я сюда зашла, когда я открыла дверь, зашла, да, я сказала: вау! Да. Смотри, какие огромные потолки. Да, потолки высокие. Сразу видно. Здесь получается такой входная зона. Угу. А можно сделать столовую, я думаю. Здесь можно стол поставить. Да, смотрите. Здесь очень много места для стола. Да, мне кажется, вот здесь он как будто бы просто... Потому что да? Там я уже заглядывала, там гостиная. Сейчас мы все посмотрим. Ну, в общем, здесь такая входная зона, прихожая, столовая. Кому как понравится это обставить. Да. А сейчас у них здесь пусто. Сразу вид такой с дверей, да? Классный, но это, покажем вот позже. Вид. Да, это мы позже покажем. Давайте, наверное, пройдем... Что, может, спальню? Смотри, вот хорошо, тут давайте вот сразу. Тогда начнем с этой стороны. Не скрыться мне здесь. Налево здесь у нас так получается хозяйская спальня. Потолочки красивые. Знаешь, прям большая. Мне нравится. Да. Я не могу сказать, что суперсовременный ремонт, но очень такой... Мне нравится. Да, вот мне кажется, заезжай и живи. Конечно, да, можно уже под себя переделывать, стены перекрашивать. А, опять-таки ступенчатые потолки высокие. Потолки очень высокие в этом доме. И вид красивый, двери большие. И вид красивый буквально с каждой комнаты. Так, далее. Ой, я хочу сюда переехать. Так, заходим. Так. Ванную. Здесь у нас гардеробная. Гардеробная. Так, давай покажем. Смотри, большие. Какие дверки красивые. Да, здесь, да? Вот эти барные дверки. Так, так. Для мамы открываются. И папы. Вот, пожалуйста. Большие гардеробные. Да, да, большие. Конечно, так, здесь не хватает встроенных гардеробных шкафов. Ну да. Но это уже так, мелочи. Проходим. Здесь мы проходим, да. А, ванная такая, как уже устаревшая, это, скорее всего, оригинальная была, ну, она такая в хорошем есть состоянии, то есть нет ни ржавчины, ничего, она совершенно беленькая, чистенькая, вот, в общем, такая здесь просторная ванная. Ну, да, две раковины, смотри, раз. Да. Честно говоря, если кто-то будет уже под себя переделывать, я бы вот эту вот вообще стену снесла, ну, да, сделала душевую, можно даже с ванной как-то вместе. Или так оставить. И вот эта бы часть, да, убралась, но можно и так оставить. Она большая, душевая. Вот раковина раз. Здесь раковина видишь? Раз, раковина два. Раковина два. И отдельно закрытый туалет. Тоже хорошо. Да. Замечательно. Так, здесь все посмотрели. Окошко плиточка есть. Тоже здесь такая несовременная, но... Ну да, но есть. Ну есть. Вот это, кстати, тоже когда-то было популярно, скажи, в 90-х. А вот это популярно. Понимаешь, на самом деле это... Да, это в конце 90-х было очень популярно. На самом деле это классно, потому что идет и свет натуральный. И никто не видит. Да, и не нужно жалюзи вешать. Согласна. Закрывать, то есть да. Такая вот хорошая фишечка, такой момент. Значит, проходим. Опять-таки мы возвращаемся в прихожую. Да. Проходим прямо. Прямо. Здесь у нас кухня, гостиная и зона для завтрака. Вау, смотри, мне вот это окно нравится. Смотри, да, я говорю, что панорама. Я зашла. Это пока еще там в машине была, я такая, вау. Да, классно, слушай. Сколько здесь света, сколько здесь... Окон сколько, ты посмотри, здесь все. Здесь, со всех здесь можно даже свет не включать. Да. Я не нашла, что, где можно все лампочки включить, но здесь очень-очень светло. Светло. А кухня, посмотрите, да, она уже сейчас стали ставить более модерновый, но да, это дорогая кухня. Это очень дорогая кухня. Да-да-да. То большая есть такие кухни кухня ставились в таких уже там домах-миллионниках, знаешь, то есть не просто прямой там каркас, да? Да-да-да. Здесь вот они под рустик это называется, под как бы старину они. Да. Здесь очень красивая кухня, очень-очень. Что у нас здесь, конечно, доводчиков нет. Здесь всякие такие угловые тоже. Ну, кухня была сделана под заказ, это видно. Да, 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 да. А вот, кстати, холодильник, техника Оскар новая, вот, ну, не старая, техника, да? Техника, да, да, слушай, похоже, что новая. Здесь и такой островок приятный. Плита поварочная, то есть она даже не... Видишь, электрическая. Она, да, она электрическая, но это не... полностью да, 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 встроенная плита, да, это вот
как они называются, скажи мне. Встроенный. Нет. Не встроенные. Ладно. Так, вот холодильник у нас. Холодильник прям новенький. Да, новенькое все. Нет, техника, ты знаешь, точно не старая. Микроволновка здесь, вот двоечка. Микроволновка, духовая. А, вот она где. Вот это удобно, классно. Здесь небольшая такая кладовочка. Тоже есть. Я хотела сказать, вот удобная такая, да, штучка. Здесь можно поставить какую-то такую бытовую технику. Здесь можно, кстати, да, прятать тостер или кофеварку, освобождать поверхность. Хочу посмотреть, как... Что здесь? Это просто для красоты, да, и здесь шкафчик. Очень красиво. Что только не придумают. Красиво. Что только не придумают. Правда. Потолки здесь такие, смотри, прям сложно сочиненные. Да, да. Вообще такие все. Необычные. Интересный такой прибрежный домик, дачка. Дачка. Я бы сюда переехала жить, честно говоря. Гостиная хорошего размера. Да, да. Вот это хорошо расположено. Только вот это вот они зря, я бы это убрала. Но это вот опять же 90-х, начало 90-х. С другой стороны, телевизор некуда было бы ставить. Если бы здесь сделать огромное окно, вот это витражное, да? Вот здесь, что ли, так? Можно на эту стену. Потому что больше негде посмотреть. Да, видимо, поэтому они и сделали эту пристройку. Это задумано было, мне кажется, изначально. Здесь света, в принципе, и так хватает. Так, а что это такое? А здесь это такая беседка, да? А, это летняя кухня? Флорида Рум это называется. Прикольно. Это когда не просто сеткой натянуто, а окна еще есть. Такое дополнительное помещение, что здесь можно более охлажденное, да? Потому что если это просто там дверь. У нас еще будет сетка, то там будет жарче. А здесь идет как раз общее кондиционирование. У них даже двери открыты. Классно, слушай. Взяли вообще, просто так уголок закрыли. Не знаю, его тоже очень можно интересно обыграть. Да, поставить вообще уютненько. Кресло-качалку. Да, потолок так интересный. Да, кстати, интересный потолок. Вау. Очень интересно. Так, а мы в поисках потолки, еще спален. Потолки, замудренные. Ничего не скажешь. Многоуровневые. Да. Так, проходим мы здесь... Опять-таки, ребят, давайте я покажу себя, чтобы вы поняли, планировки у меня нет. Вот входная дверь, туда мы проходили, хозяйская спальня, туда мы прошли кухня и гостиная. Правильно. Здесь мы проходим постирочная, раковина даже есть отдельная. Хорошо, а там? Гараж на две машины. Ну-ка, о, какой светлый, о, хороший гараж. Причем он шкафчиком есть. Да. И он нестандартный, он побольше на две классно. Машины. Вот еще полочки есть. Да, да, хорошо. Это называем мы oversized, oversized car garage. Кондиционер не новый, но и не старый. Я думаю, будет, наверное, где-то там 2015 года, 2016 года. Но это я всегда для своих клиентов пробиваю пермиты, и там можно это все находить. Я сейчас не смотрела под этот дом пермит, потому что я, смотрите, не совсем для клиента смотрю, я для себя. Это мы для себя. Мне самой было интересно посмотреть. Надя, а смотри, вот здесь вот я уж, чтобы уж открыла, они сделали здесь рабочее место. Смотри, можно выдвинуть, и там был компьютер. Боже мой. Да. Можно не выдвигать, но это для компьютера такая штука была. Да, они решили так сделать. Ну, вообще здесь полочки для полотенец, например. Так, это здесь, спальня, конечно, номер 2. Пол такой дешевенький. Виниловый, совсем. Виниловый. Ты знаешь, это, мне кажется, даже ламинат. Винил это. Винил, но он прям не очень дешевый аккуратно. Винил. Да, очень неаккуратно уложен. Ну, окей. Это все исправимо. А, вот, кстати, давайте скажем, что здесь-то у нас на полу там плитка. Да. Просто на виде дерева. Плитка под дерево. Вот это мне, Это надо... Ну, я на самом деле думаю, это не будет очень дорого, и вообще щели там какие огромные. То есть это нужно, конечно, будет переделывать, но опять-таки
Можно ли этот дом купить, заехать и какое-то время пожить? Конечно, да. Можно, да, вообще без проблем. Акцентные тоже стены сделаны. Да. Здесь полный санузел гостевой. О, две раковины. Так, душевая. Туалет. Полочки. Так, вот это вот мраморная поверхность. Далее идем. О, плантейшн, шаттерс. Гостевая спальня. Угу. Вот с таким вот выходом как раз на эту верандочку. Прикольно. Угу. Так, вот здесь смотри какие, я не понимаю, это тоже закрываются жалюзи, посмотри какие. Я даже не знала, что такие бывают. Я не трогала, да. Но это жалюзи, или жалюзи, погодите, правильно жалюзи. Жалюзи, да. И все, здесь гардеробная. Угу. Да, стены перекрасить, потому что вот этот цвет, ну, я не знаю, на любителя. Ну, как бы все вообще всегда на любителя. Ну, так, можно перекрасить. Так, говорилось еще про половинку санузла, я его пока не видела. Половинка санузла. Интересно, давайте искать. Вот, вот эта вот зона мне так нравится, да, вот сидишь, кофеек пьешь, смотришь. Там находится. Да, видим к бассейну. Точно, может быть, это вот там. Для бассейна, угу. Да. Ну все, выходим. Вот это самое рано. Интересное напоследок. Так. Ага. Зона вокруг бассейна. Да. Ой, такой камешек, да. Да, 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 да. Слушай, это дорогого стоит, между прочим. Да. На таком не поскользнешься вообще. Он очень такой. Да, вот он как раз и есть. Вот туалет. Очень удобно. Ой, раковина вот здесь все. И окошко есть. Замечательно. Удобно. Не нужно бежать через весь дом. Да. Так. Ну, тут вообще-то много места разгуляться, поставить тоже здесь и летнюю кухню, да? Смотри, вот обеденный стол, да, вот здесь смотри. Это как раз, да? Просится летняя кухня. Да, да, да. Возможно, она тут и была и предназначена. Возможно, вообще. Да. Вау, и такой, посмотри. Знаешь, жарко сегодня, а да, здесь из-за классно. Такой легкий, бриз. Ветерок, да, очень приятно. Угу. Вот я заметила, что... Как именно красиво. У этого дома нету такого большого теста. Угу. У соседей у всех есть. Есть такой большой. Для лодок. Ну, а здесь нет пирса. Я думаю, да. Из такого пирса цена была бы уже. О, наверное, да, гораздо выше. 150. Здесь Возможно. Просто вот, не знаю, удочки какие-то стоят. Ну да, не у всех, там, кстати, у соседей тоже нет. Да. Здесь видно, что они парковали лодку. Каяки вон я вижу у да. соседей. Да, есть... Вообще как симпатично, посмотрите, там у соседей вообще могу классно. Когда мы полетаем сейчас. Ага. Вау. Очень уютненько, да? На канале как-то лучше даже, чем вот на океан. Как-то страшно. Когда... Нет вот этого ветра. Угу. Потому что на... ну, когда выходишь даже на балкон. Кондо, да, да, на океане, там сразу волосы сдувает. Сюда и туда, да, там сильный ветер, здесь очень, здесь он и есть ветерок, как бриз такой, да, да? Но небольшой, не да, вот такая статуя в подарок. Умиротворенность, ребята, угу. Вы, конечно, пишите иногда в комментарии, что вот мы, риэлторы, только все расхваливаем. Вы знаете, чтобы показать дом, который мы хотели вам показать, или который, дом, который покупают наши клиенты, купили наши клиенты, да. Мы просматриваем десятки домов, мы просто вам все не показываем. Да. Мы просто хотим показывать вам хороший продукт. Но это не значит, что нам все нравится. Вот этот мне вот... Вот реально понравился, я, да. Я, наверное, бы переехала сюда. Да, классно. Я бы точно... Бассейн большой какой, смотри, на самом деле. Ну что, будем прощаться? Будем прощаться. Можем еще, мы все посмотрели. Есть ли еще какие-то у тебя вопросы? Да, в принципе, вопросов нет. Сейчас еще полетаем.
Алтае. Да. Посмотрим окрестности. Угу. Ребята, спасибо вам большое за ваше доверие к нам, те, кто обращается с покупкой. Спасибо вообще, что вы нас смотрите. Ставьте лайки. Не забывайте, что в нашей команде есть брокер по ипотеке Дэвид. Вот, если кому-то нужна ипотека, да, также обращайтесь. Мы с удовольствием вам поможем, сделаем хороший сервис. Вот. И спасибо, что, да, что вы с нами, спасибо, что смотрите. Вот это дом вот такой. Да. А что скажете вы? Все, пока. Пока-пока. Друзья, мы сейчас проехали буквально 15 минут езды от того места, которое мы только что снимали. Мы находимся на Flagler Beach. Это название пляжа. Посмотрите, какая бирюзовая вода. Это просто невероятно. Мне хочется окунуться. Да, классно. Да, это такая фишка в Flagler. Сейчас пойдем перекусим. Тот ресторанчик, который находится у меня за спиной. Да. Жалко, что мы купальники собрали. О, да. Тихо завидуем. Идем, загорает. И вот здесь зона ресторанчиков пошла. Здесь очень много ресторанчиков. Там Сибири находится. Здесь целая улица. Улица, да. На разные вкусы ресторанов. И пирс. Пойдем. Всем пока.